Достанем эту коробку. Ты не достанешь, Марусь. Мы можем есть тут. Нет, я тебе другую коробку позову открывать. Так, все, тишина в студии. Десять. Ждем. Так, видно? Угу. Так, сейчас я повыше. Значит, чтобы, Алиса, чтобы было хорошо слышно, старайся ближе. Вот если не надо показывать широко, двигай максимально близко, потому что, опять жалуются на звук, не слышно. Но мы должны на этой неделе заказать микрофон, и тогда меня будет слышно лучше. Я не могу сейчас отменить всю игру и отменить весь этот проект, потому что плохой звук. Я думаю, что кому очень интересно, тот все-таки найдет возможность. Можно поменять настройки в своем телефоне, там, где общие настройки, вы увеличиваете себе звук этого динамика. Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Я постараюсь сегодня быть... Ах, я так не умею. Но 5 минут 15, наверное, 20 займу вашего времени. Итак, мы продолжаем игру, которая называется «Адвент-календарь Тапервары». Мы ждем Рождество, и каждый день мы открываем новый ланчбокс Тапервары, который за моей спиной находится, в ожидании Рождества, и в каждой коробочке спрятана какая-либо идея, что вы можете подарить на Рождество своим близким. Задача тех, кто любит играть в игры, задача для азартных людей – стараться отгадать, какое изделие Тапервары там находится. И знаете, когда запускаешь каждый раз новую игру, приходится в процессе игры менять правила или немножко их пояснять. Я хочу пояснить, что мы прячем в коробку не изделие Тапервары, а его фотографию, потому что у нас немного таких изделий, которые могут туда поместиться. И второй пункт. Если вы пишете миска, терка, узглобашенность, кастес, да, это все общие понятия, а у нас, например, каких-то терок, банок, мисок существует огромное количество. И Тапервары, в принципе, это все бутылки, миски, гаджеты, виртуоз инструменты. Да, такой ответ не годится. Годится точный ответ и точное название изделия. Я думаю, что это логично. Так, значит, открываю сегодня коробку. Сегодня понедельник. Правильно открываю? Правильно. Ба-ба-ба-бам, ба-бам, ба-бам. Здесь у меня вот такая вот белая штучка. Эта штучка называется Speedy Mando. Это как бы из разряда терок, но это самый маленький размер. Это S-очка. Я все терки наши делю по размерам. S – small, M – medium – это мандоши, и L – large – это мандолина. Это все разные изделия для разных хозяев под разные нужды. Значит, почему я люблю очень Speedy Mando? Ну, давайте так, почему я не дарю в первую очередь и не предлагаю вам как идею мандолину? Потому что мандолина требует серьезного инструктажа, ну, минут на 20, наверное, и еще и практического инструктажа, чтобы хозяйка, которой вы дарите, могла попробовать и примерить, а ей это подойдет или ей это не подойдет. Значит, попробуй, пожалуйста, сдвинуть максимально близко, чтобы видно было только меня и вот эту штуку. Можешь еще сдвинуть ближе? Нам задник уже не нужен, нужно только вот это вот, да? Значит, с мандолиной все понятно, почему не дарим ее в первую очередь. Что касается Speedy Mando. Speedy Mando гораздо проще в эксплуатации, гораздо легче. А, победителей надо было объявить вообще-то. Значит... По моим данным и по тем комментариям, которые мы видели,
Одна только девушка ответила точной конкретной формулировкой. Спиди Мандо, Елена Вандыш-Штацевич. Я тебя, Лена, поздравляю. Твой подарок под елкой в коробке, можешь выбирать. И насчет еще одного ответа мы сомневаемся, мы не можем его найти. Дело в том, что Facebook показывает порционные комментарии, когда их больше 50. Кто выбирает самые актуальные, то по времени. И ваши комментарии могут теряться, но все очень легко можно доказать и показать. И если найдется вот еще одно имя, или у меня уже глюки, не знаю, то я в комментарии, вернее, в посте дополнительном, где я еще раз все прописываю, я это имя укажу. Если не укажу, то у нас сегодня только один победитель. Итак, смотрите, Спиди Мандо не требует серьезной презентации. Состоит он из трех вот таких частей и предназначен как бы и придуман для эстетов. Вот для девушек, для женщин, и для мужчин тоже, которые любят все такое, знаете, нежное, тоненькое, такое вот утонченное. Ну, настоящие эстеты, я не знаю даже, как по-другому их назвать. Вот, терка эта работает в два направления. То есть, когда вы трете что-то, то она трет в две стороны. Обычно терки только трут в одну сторону, а это вот так, смотрите, хоп-хоп, видно? Дальше, у нее только один вид нарезки. Она делает только слайсы, такие тоненькие, да, чипсики, грубо говоря, и только одна толщина, ее невозможно регулировать. Дальше, по задумке автора, это терка для таких продуктов, которые вы не можете зафиксировать держателем. Ногти сдирать тоже не хочется. Здесь есть такой туннельчик. В этот туннельчик вы отправляете продукты, ну, например, чеснока, несколько зубчиков, и начинаете тереть. Вот так. Хопс. Все, туннель пустой. А у меня здесь образовались, смотрите, какие классные, вот такие вот. Дайвинес, да? А нет, это не дайвинес, это шчелоидес все-таки. Вот такие вот, видно? Вот, тончайшие, тончайшие. Маринуете в них рыбу, кладете себе на бутерброды, завариваете с ними, там, я не знаю, есть какие-то шаманские такие иммунитета повышающие напитки. В общем, делайте, что хотите, хоть маску на лицо. У вас получилась такая сразу, вот, смотрите, горсть классных таких долек из чеснока. Так, при вас я начала еще здесь делать огурец. С огурцом все понятно. Вот огурец, кстати, да, для маски из огурца тоже отлично. Вот здесь огурец, видно? Видно, вот так положу. Хорошо? Хорошо. Там не видно. Дальше, смотрите, я сказала, что то, что нельзя зафиксировать держателем. Например, что еще невозможно удержать, но очень хочется. Смотрите, я беру горсть миндальных орехов, это могут быть любые другие орехи, вот так. И тоже натираю, как видно. Приветики. Приветики. Так. Значит, что здесь у меня получается? Угу. Здесь у меня получилось, смотри, попробуй поймать, та самая стружка из миндаля. Видели когда-то? Она стоит гораздо дороже, дольки миндаля. Я тебе сейчас отдам, Маш, подожди. Стоит гораздо дороже, чем целиковый миндаль. Покупаете сами, обжариваете и сами вот так вот натираете. Класс, в салаты очень вкусно. В десерты тоже классно, догадайтесь. Дальше, это про туннель. Что касается ее особенностей, скажу вам следующее, что здесь внутри нарисована стрелочка, и чтобы порезать что-то, вам нужно натирать так, чтобы стрелочка смотрела вдоль терки, да, ну понятно, по направлению. Ну, например, смотрите, я беру... Ну вот луковицу сюда воткну, оп, и вот так вот буду делать. Сейчас. Угу. Сейчас. Здесь у
красный лук. О! Красный лук. Получаются вот они, тонюсенькие, вот такие вот колечки красного лука. Так, лук, чеснок, понятно. Теперь вам покажу, что произойдет, если вы этого не знаете и будете как бы в обратном положении, да, стрелка поперек терки, и вы будете пытаться тереть. Она у вас будет застревать вот в этих пазах, и вы будете недовольны. Поэтому нужно обязательно знать, что стрелочка должна идти вдоль терки. Понятно. Значит, когда вы не используете терку, вот тогда вы можете заблокировать и хранить, и сушить ее таким образом. Так, что еще можно? Я вам покажу свои фавориты. Значит, лук, чеснок, миндаль, огурцы, лук-порей очень хорошо. Смотрите, цветная капуста. Цветную капусту тогда уже буду вот здесь, да, делать. Есть такие салаты, куда классно так нарезать цветную капусту. Можно в суп, например, тоже. И у вас получаются вот такие вот деревца. Видно? Пониже можно. Пониже и вот так, да? Классно-классно получается. Вот. Такие вот прямо, знаете, в супе такой ребенку попадется. Мне кажется, будет классно. Так, угу. Там вопросов нет в комментариях? Нету. Та-дам! Дальше что из фаворитов? Дальше у нас идет имбирь. Это я положу аккуратно. Сейчас сполоснуть ее хотела. Не получается сполоснуть. Так, ну просто показываю имбирь. Тонко, тонко, тонко. Я прямо не снимаю шкурку, у меня сейчас нет такой задачи. Но, пожалуйста, вот вы натираете имбирь и быстро бросаете его в какой-то там лимонный напиток или в чай, или опять-таки поднимаете себе иммунитет какими-то своими хитрыми способами. Дальше покажу вам еще лайм или лимон. Без держателя лучше не использовать, но я ее люблю и с ней дружу, поэтому мне чуть-чуть можно. Ну вот. Угу, это лайм. Он уже старенький, не идет сейчас. Угу. На лимоне лучше. Вот этот лайм не идет, он уже такой пожухлый. Хорошо. Покажу тогда последний финт. Последний финт. О, Маша, шоколадку отдай. Слышишь? Алис, мне просто еще одну шоколадку. Ну вот. Ребенок утащил шоколадку. Маш, а почему ты без разрешения взяла, а? Марусь. Так, у меня здесь есть шоколадка. И покажу вам, что когда она у вас большая, эта шоколадка, тогда, конечно, будет лучше виден эффект. И вы просто вот так вот, аккуратными движениями, можете положить прямо в туннельчик в этот. Если боитесь порезаться. Вот я показываю вам, какая классная получается стружка из шоколада. Крупная. А овощечисткой она получается мелкая, а здесь она получается крупная. Так, все, надеюсь, все рассказала про эту терку. Умничка эта терка, классная. На бутерброды с, например, как называются эти маленькие рыбки? Шпроты, да? Бутерброд со шпротами. Там салат латгальский, когда тонко-тонко огурцы, тонко-тонко лук, десерты, супы и все такое прочее для эстетов. Как ее мыть? Вытаскиваете вот эти детали, здесь нажимаете, она открывается, тогда можете ее промыть. Что еще про нее надо знать? У нее здесь есть резиновые ножки, чтобы могли упереться и она не скользила. А еще у нее здесь есть такие вот зубчатые выступы. Эти выступы нужны для того, чтобы вы могли на любую миску ее зафиксировать, ну, такого небольшого диаметра. Вы видели, что я вот здесь сейчас фиксировала, да, и оно, вот оно, не скользит. Не видно, наверное, будет. Да? Берем, например, ну, вот такую чашечку. Тоже могу зафиксировать над тарелкой с кашей и в кашу порубить вот так орехи или, например, шоколад. Или, ну, что хотите еще. Так, эта идея, я думаю, что всем понятна.
Эта терка у нас есть в каталоге. Маш, пожалуйста, успокойся. Угу. Эта терка есть в каталоге. И сейчас у меня есть еще одно объявление. Это новая информация. Ее мы выставили на сайт, и она активна только буквально вот последние 20 минут. И эта новость, эта радость заключается в том, что на ближайшие 2 недели мы получили как специальное предложение «Мою любовь». Я обожаю это изделие. У меня дома их 4, у меня в офисе их тоже бывает очень много. Да, это Space Maker объемом 3,4 литра в новом цвете с такой нежной-нежной голубой крышкой. Значит, что это такое, этот Space Maker? Это контейнер для хранения сыпучих продуктов в шкафчиках. Те, кто следят давно за нашими роликами, вы, наверное, видите, как за моей спиной обычно стоят либо Space Maker, либо компактные коробки. Я люблю Space Maker больше всех. За что? За то, что легким движением руки вы достаете его с полки. Вот так. За то, что, опять-таки, когда у вас одна рука грязная, а эта была чистая, вы одной рукой, вот так, видно было, одной рукой вы открываете этот контейнер и используете. Именно, и точно так же вы его закрываете, тоже легко, в одно нажатие. Люблю их за то, что дети могут открыть, и у меня дома, кто смотрел видео про мою кухню, у меня дома выдвигается ящик, и в нем стоят 4 таких коробки, в котором одна, в одной мука, в другой мука другая, в третьей детские хлопья, которые ребенок с утра может, не вынимая коробку, открывает, сама себе накладывает, черпает миской и сама идет кушать. И в другой такой коробке у меня гречка, потому что мы гречка едим, мы едим гречки много. Вот, этих коробок тоже может быть много, в них чудесно хранятся разные бакалейные продукты, то есть печенье, зефирки, сухофрукты. В них классно хранить, если ну, нормально, вы можете себе позволить. Они прекрасны для корма для животных, потому что его тоже нужно хранить вот в таких вот объемах больших. Вот, кто печет много, тогда сахар здесь изумительно. Но я хочу показать вам вот такой фокус. Все, наверное, покупают муку. Наверное, вот в таких пачках 2-килограммовых. Это сразу выгоднее и проще купить одну пачку 2 килограмма, чем 2 раза сходить в магазин и купить по 1 килограмму. Вот, и смотрите, можно хранить, конечно, вот так, но мухи, моль, пищевая сырость, влажность. Нет? Не сбросится, окей. Вот, смотрите. Хопс. Лучше пересыпать и хранить муку в таппервары. Здесь ровно 2 килограмма. Угу. Опс. Опс. И все. И убираете на полку. И аккуратно это все с полочки достаете. Пользуетесь. Красота, чистота неимоверная. Благодарю вас всех за внимание. Под этим эфиром вы можете комментировать ваши предположения, как вы думаете, что находится в коробке, в коробочке за вторник, какое изделие, но чтобы получить подарок, нужно конкретизировать. Да? Я об этом сказала. И еще я хочу сказать огромное спасибо 2 девочкам, которые не просто комментировали прошлый эфир, а сказали спасибо за то, что что-то услышали для себя новенькое. Это, по-моему, была Кристина, и вторая – это Аня была Христофорова. Почему хочу вам сказать отдельное спасибо? Потому что для того, кто что-то создает и кто что-то делает, очень важна обратная связь, важен тот самый фидбэк. И если, например, какой-то человек что-то делал хорошо, и потом вдруг перестал это делать, вы даже можете не догадываться, но он перестал это делать, потому что не было фидбэка. Потому что, оказывается, это всем нравилось, но никто об этом не говорил. Вот, так что, девочки, вам не просто спасибо, а хочу вас пригласить в офис. И в нашей морозилке вас будет ждать небольшой сюрприз. Я покажу вам сейчас, как выглядит этот сюрприз.
длинный, просто голубой, ну, короче. Да. А вас будет ждать... Да, да. А вас будет ждать сюрприз. Вас будет ждать вот такая вот коробочка вкусмар. И в ней будут спрятаны, будет спрятана мочи для вас с того самого нашего вчерашнего сюрприза, который мы делали. Да, девочки, вы сможете это попробовать. Спасибо вам за вашу доброту и сердечность. Для меня такие комментарии важнее всего. А, ну, теперь на самом деле... Да, покажу, как это выглядит. Да, они вот такие. Ты любишь? Какое выбираешь? Ты шоколадную же любишь. Такие тоже любишь? Хорошо, я разморожу, сейчас тебе дам. Хорошо? Да? А, так, ну вот теперь на самом деле всем спасибо большое. Всем желаю побед и выигрышей. И акцентирую внимание на том, что вот это предложение ограничено, может закончиться в любой момент. Если хотите порядок на кухне, если хотите вот этот комфорт, тогда нужно не тянуть, а заказывать прямо сегодня, иначе закончится. Всем спасибо и пока-пока.